Видео подготовлено для канала «Уроки ТВ». Математика, 4 класс, автор Чекин, часть 1, задание 101. Запиши буквенное выражение, с помощью которого можно вычислить площадь квадрата. Длину стороны квадрата обозначь буквой «А». Вычисли значение этого выражения, если «А» равно 25 сантиметрам. Итак, вспомним, что такое квадрат. Квадрат – это такой прямоугольник, у которого все стороны равны. Ну, вот так примерно выглядит квадрат. Сторона квадрата А. Так мы ее должны обозначить. Мы знаем, что площадь любого прямоугольника равна произведению его длины на его ширину. А у квадрата все стороны равны. Каждая сторона А, то есть и длина, и ширина квадрата равна А. Тогда площадь квадрата со стороной А равна А умножить на А. Ну и тогда вычислим значение этого выражения. А умножить на А будет равно, если А – это 25 сантиметров, 25 умножить на 25. Я вычислю это значение, полученное произведение, столбиком. 25 умножить на 25. Сделаю это на листочке, но вы можете сделать это на черновике. Итак, умножаем. 5 на 5, 25. 5 пишем 2 в уме. 2 умножаем на 5, получаем 10. И 2 в уме. 12. Дальше 5 умножаем на 2, 10. 0 пишем 1 в уме. 2 умножаем на 2, получаем 4. И 1 в уме 5. Вот теперь складываем полученные неполные произведения. И получаем полное произведение. 5, 2 плюс 0, 2, 1 плюс 5, 6. Получилось 625. Запишем результат 625. И это у нас в квадратных сантиметрах. В квадратных сантиметрах. Потому что 25, сторона квадрата у нас была в сантиметрах. Значит, площадь будет в квадратных сантиметрах. Ну и теперь нам осталось записать ответ. Нам нужно было вычислить площадь квадрата. И так и запишем. Площадь квадрата со стороной 25 сантиметров равна, ну, слово равна мы пропустим, поставим вот так, тире, 625 квадратных сантиметров. Вот на этом все. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.